В 2007 году некоммерческие организации практически не общались. Никто не знал, какие подопечные у кого. Складывались ситуации, когда одни и те же фонды собирали, разные фонды собирали на одного и того же подопечного средства. И такие случаи были нередки. Именно поэтому фонды Москвы договорились, что будут общаться, обмениваться информацией, обмениваться опытом. Этот сектор очень юн и молод. Соответственно, мы поймем, что у нас действительно одни из самых опытных организаций уже собраны, и та экспертиза, которая накоплена, она, ну, собственно, вот рвется наружу в такой экспертной площадке. И, собственно, у нас родился консалтинговый проект, в рамках которого к нам могут обратиться НКО со всей России. Мы формируем команду консультантов, которые готовы помочь этой организации справиться с кризисной ситуацией, в которой она оказалась. И самое главное, наверное, на чем все это строится, это доверие, поддержка, развитие культуры благотворительности, объединение и поддержка профессионального сообщества и представление его интересов.